Жители дома 28А в 6-м микрорайоне бьют тревогу. В многоэтажке протекает крыша, а в подвале бьют ключи, а в квартирах периодически отсутствует холодная вода. Живу я тут с 98-го года, и вот эта комната, где живет моя подруга. Мы ей где-то в сентябре сделали ремонт. Начались дожди, и это в результате зимой мы тут два лист переклеивали, и она вот, видите, все по новой побежала, и все, как бы, нету ремонта. Деньги на ветер выброшены. В доме почти 400 квартир. По словам жильцов, ремонта здесь не видели с 2019 года. За это время сменилось несколько управляющих компаний, но толку не было. Последняя, «Альфа-дом-сервис», управляет чуть больше года. И беды накрывают с новой силой. Включили холодную воду, слышу, потекло по трубе. Потом смотрю, у меня уже с потолка течет. И вот второй день, я не могу дождаться сантехников. А как в этот подвал заходить? Вот там все трубы прорваны, там свищет такая вода. Я засняла у себя в телефоне на видео. Все льет везде, во все щели льет. Вода с канализацией тоже в подвал течет. В администрации города подтверждают, управляющая компания «Альфа-дом-сервис» действительно недобросовестно выполняет свои обязанности. Мы написали везде, и Путину писали везде. Она никого не боится. Ее штрафуют. Она довела до такого состояния. Мы хотим от этой «Альфа-сервис-дома» уйти. Мы сейчас нашли хорошую компанию. Мы хотим сотрудничать с ней. Администрация города Тобольска, в свою очередь, со всеми управляющими компаниями провела работу для того, чтобы переизбрать данную управляющую компанию. В настоящее время управляющая компания «Сервисград» изъявила желание. Собственники тоже уже поддерживают данную управляющую компанию. Соответственно, если их интересы совпадутся, то управляющую компанию мы в ближайшее время сменим. Специалисты напоминают, для того, чтобы сменить управляющую компанию, собственники должны либо путем голосования сами переизбрать управляющую компанию и заключить с ней договор, либо направить обращение в адрес Государственной жилищной инспекции, после чего будет проведена проверка, по решению которой лицензия недобросовестной компании может быть отозвана. Наталья Китова, Михаил Куричко, «Тобольское время».